Так, Юпитер, 19 августа 2021 год, Харьков, 4.46 по Киеву, максимальная ИСО, поэтому видно ярко, но размыто внизу Ганимед, Ио Ганимед, сверху Юпитера, это спутничек Европы, Каллисто я уже не надеюсь увидеть. Но он ниже гораздо. Сейчас даже, наверное, не в кадре. 600 миллионов километров до Юпитера. Противостояние Юпитера. Юпитер находится на одной линии с Землей и Солнцем. При этом на кратчайшем расстоянии к Земле по своей орбите. Ближе будет только в следующем году, будет меньше 600 миллионов километров. Да, Каллисто не видно. Ну, в общем-то, очень дымка приличная. Не сплошная облачность, как вчера вечером. Но все-таки звезд не видно совершенно. То есть только вот такая мощная планета. Юпитер еще как-то просматривается через эту пелену. Газовый гигант, крупнейшая планета Солнечной системы. Ну да, это уже просто схематично, конечно, отметили. Никаких экваториальных полос не видно. Но при такой светочувствительности, при такой дымке. В общем-то, вся надежда на то, что вечером будет неплохая погода и снимем и Юпитер, и Сатурн. У Сатурна было противостояние 2 августа, совсем недавно. Тоже поснимать получилось. Опять же, не в идеальных погодных условиях. Но зафиксировали астрономические события. Да, 600 миллионов, там 300, что ли, тысяч километров, да. Юпитера сейчас, если быть точным, если кому-то это важно. Ну, хорошо, поехали на работу вечером, посмотрим, что нам погода предоставит по возможностям съемки. 4.49 по Киеву, Харькове. 19 августа 2021 год.